Владимир Григорьевич Луконин, выдающийся иронист, в течение многих лет ставшим легендарным заведующим отдела Востока Эрмитажа. Каждый год в Британском музее проходит сессия научная, посвященная истории древнего Ирана, международная сессия, посвященная памяти Владимира Григорьевича Луконина, сотрудника Эрмитажа, нашего эрмитажного ученого. Это одна из таких высших степеней признания, когда в крупнейшем музее мира, в другом, а не в твоем, человека вспоминают научными сессиями, проходящими регулярно. Само собой разумеется, что в Эрмитаже тоже есть сессия памяти Владимира Григорьевича. Она проходит каждый год. Она очень специфическая такая сессия в стиле этого выдающегося ученого, который был такой очень яркой звездой, блестяще творивший и живший такой активной и очень яркой в смысле формы жизни. Эта сессия состоит из коротких очень сообщений. Каждое сообщение должно быть посвящено маленькому открытию, связанному с вещью. В этом некая особенность характера этого замечательного музейного ученого. Владимир Григорьевич был прекрасным специалистом по древнему Ирану, одним из лучших в мире. Он и сейчас остается одним из лучших в мире. Древний Иран – это великая громадная цивилизация, это прекрасное искусство, это история, это множество разных загадок, сложнейшие источники. Он ими занимался. Кроме того, он был прекрасным организатором музейной жизни. Сейчас, по сей день, он умер в 84 году, в возрасте 52 лет, написав много работ и много книг. И сейчас у нас есть такая ностальгия по тому, какой отдел Востока создал Луконин. Конечно, его создавали многие поколения востоковедов, но тот, который существовал в его время, он заложил такие основы, мы немножко называем это романтической наукой, это музейная наука с романтикой. Вот музейная наука. Он был очень музейный ученый, работал всю жизнь в Эрмитаже, пришел сюда молодым. Он работал и занимался вещами. Вот есть такое название, мне очень оно не нравится, вспомогательные научные дисциплины. Вот есть как бы такая великая история, есть вспомогательные научные дисциплины. Нумизматика, глиптика, сфрагистика, эпиграфика. Да? Нумизматика – это монеты, сфрагистика – печати, глиптика – это резные камни, эпиграфика – это надписи, то это на самом деле источники. Источники, которые безумно трудно интерпретировать, потому что там каждая деталь значима. Там нужно монету нужно и уметь и взвесить, и разобрать не все детали, и прочитать на ней надписи, и разобрать, вот что делал на иранских сасанидских монетах Владимир Григорьевич Луконин. Сасанидские монеты – это сасаниды, это иранская империя, предшествующая вот завоеванию исламскому. Великая, замечательная, с прекрасным искусством, которое вот стало сферой его исследований. Вот у них монеты. На этих монетах изображены цари сасанидские, правители. И у каждого свой особый головной убор. И эти головные уборы менялись не только от царя к царю, но и разные детали монетного двора. И какие-то ситуации политические отражались в этих разных украшениях этих головных уборов. Нужно было безумно тщательно все это исследовать, чтобы потом найти те политические вещи, которые отражались в этих деталях одежды. Или громадные наскальные изображения, где тоже всякие детали. Вот один рельеф, на нем изображены два царя. И один из последних сасанидских царей, Хосров Парвиз, изображен в шапке, которая напоминает шапку другого, одного из ранних сасанидских царей Пероза. Этого как бы не должно было бы быть, потому что у него другая должна быть шапка. Но Владимир Григорьевич, во-первых, он интерпретирует рельеф как некое такое провозглашение особой связи последнего царя с самыми ранними, но и что там есть некая игра с созвучиями Парвиз последний и Пероз первый, и поэтому шапка там похожа на перозовскую шапку. Вот такое созвучие, которое, скорее всего, было имело место на самом деле. Даже если не имело места на самом деле, то оно отражает вот ту постоянно существовавшую линию обращения к предкам, к предшественникам, что было одной из тех научных тем философско-исторических, которые разбирал Владимир Григорьевич. Вот каким образом древние традиции Ирана проходили через разные эпохи Ирана, и как непросто все это было. Например, для сасанидов он установил, что сасаниды только в последнее время стали обращаться к своей древней ахеменидской
истории, а на самом деле развивали историю фарса своей родной страны, вот, от которой происходит название Персии. Резные камни, по которым тоже множество деталей религиозных и политических воззрений восстанавливаются. В частности, история вот по резным камням сасанитским, а он опубликовал вместе с покойным Андреем Борисовым каталог сасанитских гем резных камней. Он определял много в художественной истории, политической и истории взаимоотношений христианства и зороастризма вот в последние годы сасанидов. Там появляются христианские сюжеты, которые некоторые сюжеты, которые будут толковаться как, и как христианские, как зороастрийские, когда как бы ангелы стоят около очага или, так сказать, алтаря огня. Многие разные вещи, детали, которые нужно просто, кроме всего прочего, нужно вот сидеть и сидеть, часами все это разбирать и смотреть. Надписи разрозненные, раздерганные, разрушенные. Вот одна из надписей, которой много занимался, надпись 3 века из Пайкули. Это очень интересная надпись, где ему удалось восстановить историю переворота, когда после великого Шапура I там шли его преемники, а потом совершился переворот, и Шахом стал Нарсе. И вот как все это происходило, как, кто в этом участвовал, все это восстанавливается в надписи, которая была из разных кусков. Развалины, потихоньку ее собирали, восстанавливали, прочитывали, перечитывали. Она сейчас еще не до конца прочитана. Мы любим говорить слово «расшифровка». Это не расшифровка, хотя это труднее, чем расшифровка. Часто восстановить по обрывкам текстов, как на самом деле происходило, да еще так, чтобы во все это поверили, да еще так, чтобы это было еще при этом понятно. Вот в исторические науки путь от разъяснения потом до понятности очень тоже далекий иногда. А Владимир Ильич писал потрясающе хорошо. При том, что вот его книги – это историческое изложение, и потом, как казалось бы, занудное описание монет, мелких деталей, сосудов, всякие завиточки, перевиточки, вес, все. А из этого потом рождается история, и читать ее безумно интересно. Он занимался, как я сказал, сасанидами, а потом очень древним Ираном. Сасаниды, еще раз напомню, да, великая держава накануне ислама. Сасаниды – это первые века нашей эры, империя, завоевавшая весь Иран, завоевавшая восток Ирана, Среднюю Азию, покорившая себе, воевавшая все время с Римом, затем покоренная арабами, и культура сасанидского Ирана вошла в арабскую, мусульманскую культуру потом очень сильно. Сасанидов было очень такое пышное, красивое и очень символичное, как я говорил, искусство. Очень много интересного серебра. В Эрмитаже одна из лучших в мире, а может быть, лучшая в мире коллекция сасанидского серебра. Я уже рассказывал историю нахождения. История нахождения такая, что в средние века сюда на север, в Сибирь и в Урал приезжали торговцы, которые привозили серебряные изделия, те свои сасанидские, и их здесь меняли на меха. А эти вещи оставались здесь, в России, и их хранили как клад, их клали в могилу с вождями, их возили шаманы. Еще сейчас по Сибири мы знаем 2-3 сасанидских блюда. Где-то с шаманами ездят. Одно в Новосибирске уже смогли купить, другие есть, они существуют и сейчас. Их и находят. Но в 19 веке их находили, в частности, в вотчинах Строгановых. Потом все это попадало в Эрмитаж. Это вещи абсолютно подлинные. А поскольку сасанидское серебро очень красиво, это большие чаши, где охотятся цари, где замечательные сцены терзания животными друг друга, где какие-то там богини, растения, древо жизни. Все безумно красиво, сасанидские такие сосудики с богиней Анаитой, красивыми арками. В общем, это очень популярно. Делают очень много подделок. Подделки делают очень ловко. Особенность Эрмитажной коллекции, кроме того, что она большая и замечательная, в том, что она вся подлинная. Это эталон. И те, кто хранят этот эталон, они могут и быть лучшими экспертами для всего мира, там подлинно или нет. Каждая вещь, которая в мире появляется, как бы сасанидская, ее всегда выверяют с помощью эрмитажных экспертов и с помощью эрмитажной коллекции подлинной. Поэтому Владимир Григорьевич, затем и его коллеги, младшие после него, это, так сказать, эталонные знатоки сасанидского серебра, сасанидского искусства. Не просто они там писали важные книги, к ним приезжали спросить, что это такое, какое это имеет место в истории искусства и насколько это подлинно, не подлинно. Владимир Ильич продолжал в этой сфере изучения серебра традиции
искусства иранского, традиции замечательных своих предшественников. Юсифгар Чарбели, Яков Иванович Смирнова, Камил Васильевна Тревер, у которой он учился, которая была его непосредственным руководителем. Это все такие яркие звезды эрмитажной науки, в ряду которых и стоит теперь Владимир Григорьевич Луконин. У них он научился и яркости научной, и вот этой тщательной научной акрибии, когда для того, чтобы сделать вывод, ты очень много буквально сидишь с лупой, изучаешь, взвешиваешь, думаешь, занимаешься часами такой, казалось бы, со стороны неинтересной работы, а потом садишься и пишешь и ярко пишешь. Еще одна особенность его отношения. Он принадлежал, в общем, такой послевоенной поколению востоковедов. Было много молодых людей, после войны пришедших в науку, очень талантливых, очень амбициозных, которые сделали очень много и подняли нашу востоковедную науку на совершенно новые высоты, и которые, конечно, переделывали многое из того, что писали их предшественники. Ну, это нормальная научная вещь. Но немножко была тенденция у того поколения, и чуть позже, ну, так немножко свысока относиться к великим своим предшественникам. Ну, конечно, он прочитал так, но вообще-то надо читать так. Иногда были правы, иногда неправы, но тон такой был. Вот этот тон абсолютно был не присущ Владимиру Григорьевичу. А он с высочайшим пиететом относился к своим учителям, хотя во многих вещах и в силу общее расширение знаний, и в силу изменений каких-то идеологических, что ли, установок появления научных свобод, и в силу его великого таланта. Он многое делал и объяснял совсем не так, как объясняли предшественники. Но никогда не позволял себе этого аспирантского синдрома пихать ногами и говорить, а они не так вот, а я теперь знаю, как так. Он сохранял вот эту память, пиетет к ученым. Это тоже это эрмитажная традиция. Она, может, в академии не так, а вот в Эрмитаже, где, как в ремесленном цеху, передаются знания человека к человеку больше, чем книгами, вот это все сохранилось в Эрмитаже. Вот это было свойственно и для него. Плюс он очень много работал вместе со своими коллегами эрмитажными. Он раздавал книги замечательные вместе со своим коллегой Анатолием Алексеевичем Ивановым, который вместе с ним, еще другими коллегами, раздал блестящую книгу о ювелирном вот искусстве Востока. Это особая кладовая Востока, Эрмитажа. Вместе с Мухаммадом Алхадыровичем Дандамаевым книгу о истории экономики древнего Ирана. Причем Владимир Григорьевич писал поздние периоды сасанидские, и он же написал блестящие совершенно работы о железном веке древнего Ирана, о Медийском царстве, которое легло, было предшественником вот уже собственно иранской цивилизации, об их искусстве. Вот он умел две крайности соединять хронологически и через них строить общую историческую схему. Он был музейный работник не только потому, что с вещами работал, и был блестящим хранителем, который очень много определял вещей, которые, так сказать, оказывались и подлинными, и неподлинными. Вот это было удивительное совершенно чутье. При этом был и археологом. Он ездил в археологические экспедиции очень много. Ездил в экспедиции в Пиджикен, знаменитую Пиджикенскую экспедицию, где было такое созвездие ученых. Я об этой экспедиции много раз уже рассказывал. Мне довелось, это было счастье. Первый раз я приехал в Пиджикен как раз с Лукониным. Я работал у него на раскопе. Он вместе с другими учил меня археологии, тому, как с помощью такого небольшого топорика тиши раскрывать стены, полы, фрески, как интерпретировать археологический материал и как интерпретировать с точки зрения письменной истории. Вот эта особенность востоковедной археологии, всегда письменные памятники, вот как это делать. При этом был человек, который нас, молодых, вводил в экзотику Средней Азии, учил кушать плов. Там играл на гитаре, носил большую шляпу. Он любил жизнь и говорил, я вообще-то пижон, рассказывать, любил книги, читал, курил трубку, знаменитая трубка, любил такие хорошие застолья. Был человеком очень сильным, мужественным. У него была повреждена рука в детстве, так сказать, взрыв. Вот однажды мы работали на Верхнем Заравшане, такие замки Верхнего Заравшана. Владимир Григорьевич, он как начальник работы в крепости остался, а мы большой группой забрались на знаменитую гору Мук, вот ту гору, я тоже рассказывал, где были найдены удивительные материалы, такая страшная, там стоит гора, где были найдены документы бежавшего от арабов, спрятавшегося там правителя Диваштича. Мы туда сходили, залезли, сам были очень романтично, знали бы, может, и не пошли, так вот мы так набом пошли, приходилось карабкаться, там я немножко в пропасть даже упал в какой-то момент, там выкарабкался.
Ну, в общем, было все непросто. Вернулись довольные, счастливые, побывали там. И один из наших коллег, немножко старший коллег Владимир Григорьевич, говорит, ну, Володь, ну, было потрясающе. Все, говорит, ой, я пойду. Говорит, нет, знаешь, говорит, тут надо иметь две полных руки, сказал он. Ну, вот только бы он этого не говорил. Разумеется, через день Григорьевич тогда пошел, залез на гору, и было все, и прекрасно, конечно, залез. Он вообще-то умел делать все, не только в науке был. Вот таким представителем этой действительно романтичной науки. Он романтик науки. О нем говорили, это один из лучших комплиментов, я считаю, ученым, сказать, что когда читаешь его книги, то как будто бы слышишь, как он говорит. А вот его одна из книг «Иран в III веке». Третьим веком он очень много занимался. Итак, десятки имен в надписях, намеки или упоминания вскользь о том, что происходило, понятные современникам, но загадочные для нас, десятки изображений, портретов отдельных лиц, известные современникам, но сейчас уже безликие, целые композиции, запечатленные в образ какие-то события, памятные современникам, но теперь неизвестные. Конечно, попытка реконструкции истории этого короткого периода может быть сейчас предпринята. Обилие разнородных источников позволяет сопоставлять их друг с другом и дает возможность восстановления хотя бы некоторых из давно забытых исторических фактов. Вот это восстановление из самых разных деталей, так что это безумно интересно читать, хотя в каждом тексте после каждого предложения стоит сноска. Это какой-то комментарий, это какой-то текст. Это изумительная научная проза, прекрасными научными темами. Вот несколько таких сюжетов, которые он очень любил, хотя, казалось, ну где там, да, древний Иран. Дик Фрай, такой знаменитый иранист, пишет, в это время, луконинское время, Ленинград был Камелотом востоковедения. Камелот, напомню, замок короля Артура. Вот действительно, это было вокруг Луконина, не только вокруг него, но и вокруг него, в частности, собирались самые блестящие иронисты и целая группа востоковедов. Это вот поколение предшествующих, условно говоря, моему, да, вот этих блестящих молодых, уже не молодых людей с огромным количеством международных связей, которые увлеченно, как рыцари короля Артура, обсуждали все те открытия, которые делались, обсуждались доклады. Помню, тот же Владимир Иванович делает доклад о надписи Нарсе Пайкули. Она начинает он с карты военных противостояний Ирана и Ирака. Вот, так сказать, позавчера сообщили то-то, то-то, то-то. А вот надпись находится здесь. Вот, вот все это вместе живо с разными политическими ситуациями в стране. Это уже бывало связано. Ну, вот его любимые темы. Вот этот самый военные разные перевороты. Другая тема – Картир и мании. Картир – это верховный жрец зороастризма в III веке. Мани – это основатель манихейства. И вот он противопоставляет две фигуры, это дальше все время идет. Мани – великий пророк. Дело в том, что царь Шапур в рекоронации призвал к себе этого пророка Мани, который, в общем, проповедовал, знаем, дуализм, добро, зло, все вместе, борьба между ними, но при этом такой, как общую такую мировую религию, некое предшествие предшествовал гностикам и христианству тоже. Вот в какой-то момент царь хотел принять идеи этого пророка, за которым уже шло много народу. Но выбрал он верховного жреца Картира, который создал систему, при которой религия, верховные жрецы, условно говоря, церковь стала играть мощную политическую роль, с одной стороны, поддерживая царя, с другой стороны, где-то подчиняя себе царя, с разными тоже интригами. И вот история Картира и Мани в жизни его по разным надписям разбирается, опять несколько раз меняются толкования, все она восстанавливается. При том, что манихеи – это и изобразительное искусство манихейское, удивительное. Я помню, как мы где-то ехали на Верхнем Зарошане в грузовике, и под ветром мне рассказывал о манихейских искусстве, о том, как о нем вспоминает блаженный Августин. Помню, блаженный Августин был сначала манихеем, и лучшая история рассказа о манихействе у него в исповеди, как он, значит, заблуждался в манихействе. Вот это все смешивалось в науке, рассказывалось безумно интересно, актуально и очень важно. При этом удивительное сочетание текстов. Если про Картира, про жреца рассказ идет по надписям отдельным, по отдельным упоминаниям в надписях чужих, в его надписях довольно гордо, как он хвастается тем. То, например, про мани – это обрывки рукописей, это рассказы арабоязычных источников, которые много позже событий были, и которые вообще-то очень легендарные. Это фантастическое умение суметь использовать эти легендарные источники вместе с надписями так, что они не противоречили друг другу, и чтобы не казалось, что ты сводишь вместе вещи разнородные. Вот это великое искусство. Им владеют очень немногие специалисты, занимающиеся вот древностью, у которой есть разные источники. Другая его любимая тема – это
продолжающий, да, вот этих пророк и жрец, это царь Хосров, один из последних сасанитских царей, и влияние связи его с Западом и с христианством, значит, это влияние на искусство, на политику царя по отношению к религиям. При этом тоже оперирует и арабскими источниками, и надписями, и сасанитскими геммами, как я уже говорил, и монетами, и армянскими источниками всякими. Как правило, вот в этой часто в восточных историях с разных сторон все рассказывают про то, что происходит, а никто ничего не рассказывает в самом месте про то, что происходило. Вот это умение все это соединить, изумительная совершенно картина получается того, каким образом Хосров использовал христианство, как он, в общем-то, двигал в сторону своих христиан, несториан, и поддерживал монофизитов христиан. Что противостояло где-то в Византии. Это, в общем, сложнейшие интриги, связанные с ветвями христианства, которые... Опять же, для Ирана восстановить это нужно было удивительное ювелирное мастерство анализа текстов. То есть это был, в общем, такой пир науки, который увлекал всех. Вот все вспоминают, и, в общем, наш отдел Востока старается сохранять, в какой-то мере сохранил, он живет, в общем, этими традициями этого вот такого увлечения наукой, где каждое маленькое открытие – радость для всех вместе, где вещи... Одновременно вещь, как ее понимает человек музейный, которую ты можешь держать в руках, которая объективно подлинна, и одновременно повод для очень широких размышлений, рассуждений и вдумывания. Вот смотреть, видеть, изучать, находить какие-то детали, а потом представлять это безумно легко. Да подумаешь, вот, думаю, что это так. Вот это вот был стиль. Луконинский, он и эрмитажный, и не эрмитажный. Эрмитаж такое достаточно чопорное учреждение всегда было, но оно было и одновременно не чопорное. У всех, в общем, эрмитажников, о которых я говорил, больше или меньше это такое музейное озарение всегда есть. Вот это озарение, увлечение, когда разница между увлечением и профессией не существует, и когда, ну, грубо говоря, сасанитские монеты можно изучать под гитару. Весь мир, иронистический и неиронистический, все, кто посещали Эрмитаж, всегда вспоминают, как принимал их Владимир Львович Луконин и как сложнейшие научные разговоры проходили в его знаменитом кабинете. Кабинет это всегда описывают, как пили чай с какими-то скромными бутербродами. Ну, когда, значит, надо было и не только чай, и где русская, отечественная, советская наука оказывалась одним из, оказывалась просто в центре вот востоковедения, российская оказывалась в мировом центре. Вот так и ощущали вот это понятие Камелота, оно нормально, это было действительно некое объединение, вдохновенное объединение ученых здесь, которое подтягивало ученых со всего мира. И, ну, мне приходилось сначала еще мальчишки где-то там рядом крутиться и слышать всегда, а потом уже и студентам, все имена всех великих иронистов мира, ну, как своих, потому что они все были свои, все занимались одними и теми же вещами, все спорили друг с другом, все находили, делали открытия, и все, в общем, запомнили этот период, который, где энергия каждого человека-ученого давала дополнительную энергию всем другим, кто был вокруг. Ну и вот то, что такой человек, как Володя Луконин, который... Все его называли Володя, причем называли его... Ну, Ростроповича все называли Славой, он всех требовал называть себя Славой. А Володя никого не требовал, чтобы его называли. Ну, кроме как Володя, его не называли, потому что его безумно любили. Безумно любили все, кто с ним работал, безотносительно к иронистике, к востоковедению, если любили в Эрмитаже. Это был обаятельнейший человек, образец романтика во всех отношениях, очень... Любчивый, веселый, интересный. И, в общем, он был частью Эрмитажа, очень гордился и понимал тем, что такое работать в Эрмитаже. И Эрмитаж всегда гордился и гордится им, потому что его вот этот дух, я повторяю, настоящей науки, которая является при этом романтичной наукой, он продолжает жить, он необходим для музея. Музей очень академичная и сухая вещь. Музей – это очень такое горящее пламя романтики и высокого озарения.